Здравствуй, привет. Макс, Николай. Я расскажу сегодня быстренько о проекте Ингида, который помогает потребителям защититься от подделок. Россия занимает одно из ведущих мест производства поддельной продукции. Хотелось бы оградить людей от таких вещей, как поддельный алкоголь, продукты, лекарства. Нами был уникальный алгоритм разработан по генерации последовательности, с помощью которых получается штрих-код Data Matrix, внедряется в производительную упаковку, а потребитель просто наводит камеру своего мобильного телефона на товар и получает всю нужную информацию. Приблизительно вот так вот это выглядит. Вот четвертый iPhone, подлинный телефон. Насколько она устойчива к взлому? У нас специальная аппаратная часть была сделана, пройдена сертификация в ФСБ на как раз алгоритм генерации вот этих последовательностей, да, и как бы математически было доказано, что взломать их невозможно. Второе, собственно, как ты будешь двигать в индустрии этот стандарт? Все довольно просто. Как есть уже примеры, мороженое магнат, да, по телевизору, вот эти вот промо-акции, там я сам что-то йогурты люблю, вот эти вот уникальные коды, то есть у них всегда есть на каждый свой товар уникальный код. Нам нужно сейчас получить, соответственно, патент на данный сервис, на алгоритм данный, который нами был разработан. Нам нужно закупить сервера, чтобы хранить информацию о товарах. Первоначальный пакет смс сотовых операторов, чтобы они начали с нами сотрудничать. То есть у нас уже есть договоренности с некоторыми фирмами, там Дельмонт, который топливо экологически чистое производит, это Мегаполис, который дистрибьютор Хортица в России. А в чем бизнес-модель? То есть платят производители и непосредственно продавцы, которые нанесут этот баркод, которые гарантируют, что это не контрафактный товар? Да, механизм несколько. То есть либо производители, да, лицензионные отчисления какие-то делают, могут сотовые операторы делать выплаты за каждый смс. Мне проект понравился, несмотря на то, что это немного не в нашем фокусе, поскольку это больше программное обеспечение завязано на аппаратную составляющую, тем не менее мы готовы обсуждать инициированную сделку с нашими фондовыми партнерами, которые смотрят на тяжелые софтверные проекты. Я думаю, что это будет интересно. Давайте встречаться.